Приветствую всех подписчиков нашего канала «Вокруг водоемов», «Навколо водоемов». Ну, друзья, «Вокруг водоемов» так и осталось в поисковику, в ютубе, так что можно, кто еще не подписанный, просто в Google или там забывайте поисковик, «Вокруг водоемов» тоже находите мой канал. Итак, друзья, вот мы уже встретились в 2024 году. Первая наша рыбалочка будет на речке Саксагань. А будем мы ловить, друзья, пробовать ловить плотву. Плотву будем пробовать. Может, и карась будет. Будем бачить, друзья. Ну, для этого надо найти его сначала, где та рыба. Не так все просто, потому что сейчас зима. О, погода у нас то тепло, то холодно. Плюс, минус. Сегодня сонечко. О, я б не сказав, що сильно холодно, плюс 4 есть. Ну, сонечко є, значить, плотвички вигріватися є смисл. Вона, да, йде на теплу воду, виходить з ям, о, і йде на поверхність води і вигрівається. Її можна побачити, коли холодно. Чого? От, допустим, рано утром або поздно вечором. Щоб узнати, де яма знаходиться, без різниці, хай це ставок буде, річка, без різниці. Поздно вечером или рано утром ее можно побачить с ямой за счет того, за счет рыбы, когда она в ямах стоит, а на вечер она выходит или на утро и поднимается на гору, и она, ну, минут 15-20 перед закатом или на рассвете начинает гулять по верху. О, вот там и яма. О, так что рыба нам сама показывает там, где ямы находятся, и эхолот нам не надо. У нас эхолот рыба. Ну и, естественно, наши глаза. Главное, друзья, в рыбалке смекалочка. Малейшие какие-то нюанчики. Надо на это обращать внимание. О, все оно. В общем, друзья, в чем оно проявляется интерес, друзья? Добыть рыбу, о, природными средствами. Вот. Ну, как наши предки раньше ловили, что ловили. Понятно, раньше рыбы было больше. О, не спорю. Но все равно надо на это обращать внимание. На каждой малейшей детали. Так, друзья, иду, наблюдаю. И тут я уже ее бачу. Я уже бачу плотвичку. Надо тихенько. О, тихенечко. Сейчас мы ее попробуем заснять. Я на ней излякал, балакал. Гуляй. Значит, тут ямка есть. Штиль, как раз волны немое. О, ей хорошо видно. Но она пуглива сейчас дуже. Так что надо тихенько наблюдать. Трошки спугав, конечно, разговорами. Я ее заметил. Есть она. Есть тут она. Есть. Сейчас мы ее без тут местечко и найдем. Хорошая погодка, ветра немає. О, нам легче ее обнаружить. Ну, вы знаете, она ж тоже. 5 минут есть, раз и пропадает, уходит. Она на месте не стоит. Она постоянно передвигается. И хоть бы там засыпали вы хоть мешок каши туда, если поток холодной воды в том месте появится, она вот туда уйдет. Все из-за того, что поток теплой холодной воды. На ямах, ага, ось. Бачу. Так, давайте, друзья, сейчас спустимся ниже и подивимся там. Так, вроде бы тут заметно, что яма, потому что обрывистые берега, даже по берегу заметно это. О, сейчас мы спустимся и попробуем присесть, понаблюдать. Не дуже хочется, понимаете, сидеть, время тратить. Тем более сейчас уже 12 дня, а днем у нас время
короткая. Ось вот таке местечко непогане. Хорошее местечко. Сейчас мы тут попробуем присесть как раз в камышах. И маскировочка нам есть. О, как раз она нас и сильно и бачить не будет. В рыбалке тоже маскировка немаловажна. В общем, она тут есть, ну, тут машины, трасса рядом, ой, машины шугают ее, то есть не получается вам показать ее. Но когда я шел, когда мы сейчас с вами шли, я ее заметил. Было пару кругов на воде, значит, она тут есть. В общем, так, друзья, закармливаем ее, ну, чтобы трохи придержать ее тут. О. Пробовать будем на удочку с дальним забросом. О, я вам уже и показывал не раз. Вот. Так что вот такая у меня удочка. Компактна. Не, есть у меня и 5-метровые удочки баллонские. А так и спиннинг. Поплавок скользящий. 5,3 грамма. 5 грамм сам поплавок важа и 3 грамма нам приходится добавлять грузика. Який ще сюди вже і добавив. Катушечка маленька, крючок троєчка. І стопорочок. З стопорочком ми міряємо глибину скользячого поплавка. Нічого складного, все просто і доступно. Так, ну, кормити ми будемо отакою кашею. Сірий хліб. Пшено, друзі, не варене пшено спеціально, щоб воно довше лежало на дні. Рибка його не з'їда, ну воно жовтеньке, запашок все на нього йде. О, і навіть рибка з'їда, вона голодна стається, тому що желудок рибний, він не переварює це пшено. О, сире, не варене пшено. А трохи кукурузи, крупи кукурузи, хліб сірий, чесничка сюди вдавив. А, трохи було печення, ну і пирог. А, чесничка я сюди... На цей кульочок ось вдавив 3 зубка. Ну таких нормальних. Средненьких, будемо так казати. Так, друзі. Ну що, давайте прикармлювати. Саме головне. Течення йде оттудова. Вода йде оттудова туди. Якщо ми будемо кидати отак, то нам треба кидати на опереження течення. Бо воно ж буде тягнути. Так, друзья, для начала нам надо увеличить глубину, чтобы понять, что тут за глубина, есть тут яма или нет. В общем, так, примерно буду робить метров 5, а там будем дивиться и уменьшать. Будем пробовать сначала с дна ловить ее, ну, метр... Будем сначала пробовать ее с дна ловить, о, а потом от дна трошки крючок приподнимать, ну, сантиметров на 5. И так постепенно, аж до верху воды будем проверять, где она ходит, где она будет брать. Так, метров 5 глубины я сделал. Сейчас попробую закинуть максимально. Ней можно закинуть метров на 20. Ну, это уже от ветра зависит. Так, поплавочок наш лежит, значит, уменьшаем глубину. Роблю 4,5 метра.
Так, поплавочок наш встав, як положено. Значить, тут где-то 4,5 метра. Поплавочек в движении, значит, течение его потихоньку несе. Крючок не касается дна. Значит, чіпляємо нашу маночку з часничком, яку я замішав. І будемо пробувати спочатку от одна ловити. Так, маночку я в кармані держу, щоб вона не замерзала, не застивала. Ну, друзі, ви помните, що я маночку делаю таку густеньку, щоб можна було як хлебушок скрутити в шарик. О, вона довше держиться на крючку. О, ось, пожалуйста. До пальчиков не липне, все отлично. Ну і рибка не так збиває її. Часничком пахне. Так, ну що, забрасуємо. Так, друзі, будемо уменьшати глибину, робити 3 метри. Тому що в течені 5 минут, якщо вона не брала, значить, возле дна її немає. Будемо шукати її на середині десь води. Ниже чуть-чуть середини води. Манка спала. Так, зараз дугу посипемо. Також, друзі, у нас є чорнобильник. Ось. Ну, вони похожі на опариша, живуть вони в стеблях полині. О, що називають чорнобильник? Воно обично осінню, ця суха трава, і вони це в стеблях, там, в стовбурах живуть оці червячки. Це червячки лічинки молі. Тільки не домашньої молі, що, а там здорова така моль, може колись обращали увагу, літає. О. Надійним бутерброд зробимо. От такий у нас бутерброд получився. Иди сюда. Сразу взяла. Ну-ка. Опа. Ага. Красноперочка. Личиночку протягиваю там, где головка ее. Вот так.
Опа! А тут смотрим, що воно у нас тут клює. Опа! Дивіться, краснопорка, і така непогана. Почти ладошка. Обична краснопорка зимує. Вона зимой не бере, коли мороз, льод. Ну, у нас зараз така погода, що мінуса нема, льда немає, і вона активна. От. Старий чорнобильник убирати не буду. Якби пучок ще поставався. Опа. Иди сюда. Эх, як дребезжит. Так и хоче с крючка звісти. А нет уж. А с крючка ты не злізешь. Красноперочка. Опа! Ух ты, хороша попалась красноперочка. Приподняла поплавочек нежненько. Так, думаю, наверное, давайте еще новенького подсыпем. Чернобыльничка. Хай буде пучочок такий. Ну да, шкурочки пооставались. Ну все равно вони крючок прикривають наш. І виходить такий пучочок. Воно сразу піднімав. Так, дивіться, що ми витягнули. Верховодка. І така, дивіться, з ладошку. Хороша верховодочка. Чуть-чуть повело. Краснопер. Ага, маночка сповзла, піднімав, може поспішив.
О, хорошая такая попалась. На маночку. Ого, заглотнула. Пальцы трохи замерзли, даже скрутить не можу шарик. Буду я собираться, заканчивать нашу рыбалочку. Заканчиваем, ну, это у нас открытие в 2024 году. Уже мене подписчики давно просят: Димон, де видео, де ви? Уже переживають. Я думаю, візьму все-таки, приїду, запилю відосик подписчикам. Сказать им, что я не теряюсь, я на месте. Ну, просто сейчас таки время тяжело, и была нема коли на рыбалку так сделать. Не всегда это. Тем более и погоды меняются, а тем более камеры на морозе, ну, батареи не держат долго, быстро седают. Вот у меня Panasonic, я сегодня в основном Panasonic снимал. Там 4 батареи. 3, они буквально за 5 минут сели. Ну, то есть каждая по 5 минут. Друга там щось минут 15 дала. Ну, на холоді, на морозі догне. А екшн-камера-то взагалі мовчу. Там 4 батареї, ти так втикнув 5 секунд і сіло. Так що, отак. Отак, зимою не особо і поснімаєш. О. Ні, це якби льод був би, так укутати камеру, да, щось тепленьке. То, ну, нарядом то... А тут шоргать постійно, да, камеру постійно міняти. Ну, друзі, це все... Нюансы у вас не должно касаться, так сказать. Это мои заботы. В общем, друзья, я рад, что вы остаетесь на нашем YouTube-канале «Навколо водоймов», «Вокруг водоемов». Не уходите, не отписывайтесь. Ну, за это вам и спасибо, за ваши лайки. Друзья, ну что, всем пока, не хвоста, не чешуи. Рыбалочка вышла, ну, не так сильно такая длинная, не такая насыщенная, ну, открытие мы сегодня уже сделали в 2024 году. Друзья, самое главное, забыл рыбу показать, а то уже все, давайте, всем пока. Так, а сегодня, вот это мы сегодня поймали, за вечерочек. Вот, две верховодочки. Кстати, ни одной плотвы не было. Ни одной. Это краснопер. Тут вот такая рыбка. Ну, так сказать, на 2-3 сковородочки есть. Вот. Все, друзья, не хвоста вам, не чешуи. Ну, а в жизни удачи. Все. Всем пока, я не прощаюсь.